Масляными красками на холсте создам рождественскую композицию из своей головы. Порой композиционное решение приходит внезапно, и его важно схватить, зафиксировать, проработать каждую деталь. Вначале не видно, непонятно, но начинаю всматриваться, там в невидимом мире, и мысленная концепция создает общую картину. Далее я делаю набросок, общий, композиционный, углем. После приступаю к работе масляными красками на холсте. Не теряйте напрасно времени, копаясь в мертвой теории. Вглядывайтесь в природу, обращайте внимание на все, что окружает вас. Смотрите на мужчину и женщину, замечайте, как они двигаются, как ведут себя в обыденной жизни. Внимательно наблюдайте, что делают их руки, как смотрят глаза, как люди плачут от счастья и смеются, когда им хочется плакать. Динамика естественного выражения чувств для художника – все. Рембрандт Хармес Ван Рейн.